стоит красотка. Ребятки, вот эта кобыла продается у нас. Русский тяжеловоз с прям документами. Иди сюда. Иди. Иди ко мне. Вита. Вот, ребята, какая. Это гросс, мальчик, он не продается, ему 5 месяцев. И не кусайся, дам по пятаку. Нельзя кусаться. Кобылу предлагаем в люди. Цена адекватная, я думаю, даже чересчур адекватная. $1600. Лошадь полностью здорова. Выполняет верховую езду. Запрягали воз в сани. Тягали барану на ней. Ей 6 лет. Жеребилась 2 раза. Сейчас покрыта на июнь 2024 год. Пегим жеребцом, высоким. Она не совсем высокая, 1,55 м примерно в холке. Жеребец 1,65 м в холке. Пеги. Тоже тяжелых кровей. Ручная девочка. Не кусает, не легает. Шея, хомут, пятерка, шестерка. То есть лошадь свою жизнь, в принципе, выгуляла. Можно ставить ее на любую работу и лепить с нее что угодно. Так что кому нужна такая кобыла, ребята, пишем по Белоруссии, можно порешать с доставкой. Да можно и с Россией решить. Так что пишите, кому нужно. $1600, еще раз повторюсь.